человеческая память. Человеческая память, к сожалению, коротка. Часто думаешь, все помнишь, раз и подзабыл слегка. Даже не слегка, а прочно, что не можешь иногда рифму подобрать простую, оказалась ерунда. И порой не помнишь даже, что хотел писать в обед. Вроде каша или Саша, или сажа. Все, привет. Надо делать перерывы в сочинении стихов, а то вообще забудешь про значение разных слов. Только все это не страшно. Главное не позабыть, что на самом деле важно. Не забыть благодарить. Кто в беде был рядом с нами, наших преданных друзей, или тех, что нас любили, когда не было рублей, или тех, кто помогал нам, когда были мы никем, вот чтобы не позабыть нам в суете своих проблем. И еще не позабыть бы человеком быть всегда, смелым, честным, милосердным, вот что важно, господа. Позабыть зарифмовал я на глагол «благодарить», не нашел точнее слова, выражая свою мысль. Знаю, что меня осудят все враги глагольных рифм. Но пока я что-то помню, благодарен даже им.